Всем здорово! С вами Эдгар, вы на канале Мысли от Эдгара. И Миланочка, моя дочка. Милане сколько лет? 9 лет. Она будет первый раз кататься на батиной тачке. Я уже каталась на одной, только она маленькая серая. Это другая, короче, машина. Эдвин. Да, это ты на Митсубиси гоняла. Да. А сейчас Милана будет гонять на Прадо, Тойота Прадо. Короче, ты будешь гонять Милану на Прадике. Вот как я это сделал, получается, просто я там ехала, сказала, папа, мне 10 лет, я хочу на этой машине попробовать покататься. Он сказал, да, мы хотели вообще поехать в магазин и заехали сюда. Я говорю, куда мы едем? Папа сказал, что едем кататься на машине. Да, так что вылазь, садись. Ну все, пока. Давай, садись. Мы будем кататься в месте, где никому мы не мешаемся. Здесь лес. Так, давай. Сначала нужно пристегнуться. Ну, Аночка, давай подгоним тебе кресло. Подожди. Сядь ровненько вот так. Я тебе подгоню кресло. Вот так сделаю. Тебе удобно? Педальку смотри, чтобы газ доставало. Все, больше вот не идет. Не нормально? Да. А вот это, получается, тормоз, это газ? Да, встань ровненько, я тебя сейчас приподниму. О-о-о-о. Нормально все? Пониже? Все. Вот видишь, как удобно. Да. Все, пристегивайся это теперь. Газ или тормоз? Один газ, другой тормоз. Это держи. Я не знаю, где газ. Вот так вот. Красивые места. Куда мы едем с пятачком? Батина. Давай, Милан, лайкос. Сделай вот так, Милан. Типа. Так, ну что, братан, как Пап, говорится, а вот это надо тут же пристегнуться, потому что будет пикать. Маленькая педалька, это получается тормоз. Большая с той стороны. Вот это ту твой. Ногу убирай вообще. Вот эту ногу убирай. Вот руку, ногу ставь так, чтобы ту и ту могла нажимать. Маленькая это едешь. Большую останавливаешь. Ее сделали большую, чтобы точно нажать на стоп, если что-то не так. Ну, это большая. Да. Вот сейчас держи на стопе. Нажми на стоп. Вот, нажимай тогда на стоп, Миланочка. Нет, ту ногу убери, убери, не надо двумя ногами. Только одной? Да, держи на стоп, смотри на меня. Это стоп, да. Ногой просто нащупывай. Стоп, держишь? И переключаем, давай. Подожди. Держи, не отпускай стоп и переключай. Страшно. Нажми, нажми. Да я не знаю сейчас. Да не страшно, расслабься, нормально все, Миланочка. Давай. Ты что, ты поможешь? Конечно, что? Нажми на стоп вот этой ножкой. Жмешь? Все. Вот жми, держи. Все. Туда не смотри. Вот смотри всегда сюда, дорогу смотри. Держи. Теперь мы переключаем с тобой. Не отпускай, потому что мы должны переключиться. Так, вот сейчас отпускай. Нажми на газ. Теперь на газ нажми, чтобы машина поехала. Давай. Нет, они. Жми. Нет, задненького. Еще раз нажми. Подожди, это нейтралка. Нажми на тормоз. Еще раз, когда хочешь переключить, всегда на тормоз нажимаешь. Если что-то не так, всегда на тормоз жми. Поняла? Нет. Давай. Отпускать? Сейчас проверь, да? Отпускай. Видишь, назад едет машина. Вот. Поняла? А получается, это у нас парковка, мы остановились. Задняя, нейтральная скорость и вот самый низ. Давай, а теперь поехали. Просто отпускай. Отпускай педаль, она уже у тебя поедет. Вперед, да? Да.
Если ты не будешь на газ нажимать и на тормоз только нажимать, она будет ехать вот тихонечко, ты останавливаешь. Я отпустила педаль. Да, вот все, она едет у тебя. Видно? Да. Вот, держи дорогу. Сзади никого нет. Нет, никого нет. Едь. Сейчас газуй тогда, если хочешь побыстрее, газуй. Во, давай, давай, давай. Держи дорогу. Держи дорогу вот так ровненько. Газуй. Ага. Давай, 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 газуй. Не бойся, газуй. Ничего, ну в горку надо газовать. Машин нету, все нормально. Давай, газуй. Сильнее. Ага. Давай, давай, жми. Я руль держу, я тебе помогаю. Давай, жми на газ. Держи, не отпускай. Едь. Ну я не буду очень быстро. Нет, едь как тебе хочется. Вот. Как тебе удобно, так и едь. Это что сейчас щелкнуло? Это закрываются эти. Поворачивай, поворачивай, еще поворачивай. Не выезжай на обочину. Что такое обочина? Обочина это вот это, рядом трава. С дорогой, да. Ну там не всегда трава, там что угодно может быть. Это обочина. Что, как у тебя ощущения, Милан, гонять на прадике? Прикольно. Нормально? Да. Ой-ой-ой. Что, нормально все, едь? Не боюсь. Нет-нет, едь, машина себе едет, ничего не она будет. Она не будет ускоряться? Нет, едь спокойно. Ну, типа, в горку же вроде как, она скатится сейчас. Ну, если ты газу дашь, она едет. Да нажми, едь, и все хорошо. Папа тут горка. Ой, как страшно влез. Давай, держи, держи. Не заедешь. Ты ровно держи и все. Вот, держи ровно машину. Все нормально. Не уходи туда, на свою дорогу всегда. Так, вот, твоя дорога. Вот, держи ее. Дорога. Да. Вот так, едь. Вот по той полоске всегда, Миланочка, держись. Вот примерно вот левым глазом, да, вот. Держи полоску. Так, я чуть-чуть посматриваю, если сзади кто-то. Да, правильно делаешь. Газуй. Теперь нам надо вверх ехать, сил не хватает машине. Надо подгазовать, чтобы машина поехала. Чуть-чуть влево. Не-не-не, газуй. Газуй, чтобы она вверх поехала, а то у нее сил не хватит. Она будет останавливаться. Еще, держи, еще, еще, еще. Чем больше в горку поднимаемся, тем больше ты должна газовать. Чувствуешь машину, вот, да. Чтобы сила у нее появляется? Вот, давай. Это птичка. Еще, еще, еще. А, птичка ты... улетит, не боись. Давай. Птичка. Сильнее. Дави. Ой. Дави на газ. Папа. Встань. Я тебе помогаю. Давай, дави на газ. Вот, вот так. Не отпускай, не отпускай. Машина должна этот... Не, в горку не страшно ехать, а вот вниз страшно. Да? А там типа обрывы не будет? Нет, вот мы просто едем. Хорошо? Вот видишь, ничего такого. Так, это что? Едь, едь, едь. Ровно держи, главное, свою дорогу. И все, едь. А там точно обрыва нет? Нет. Ты тогда не видишь, что там? Да. Подожди. Нормально? Ну все, можешь остановиться. Сейчас остановись. Тормози, вот. Вот. Когда остановилась, хорошо жми педаль тормоза и переключай самый-самый вперед. Вот так. Отпускать? Отпускаешь ногу, она чуть-чуть может машина дернуться и остановится. Все? Да. Теперь я развернусь и в другую сторону. Попробуешь ехать? Да, ехать. Прикольно. Че, как тебе, Милан? Шикарно. Отлично. Понравилось кататься? Ну все, тогда. Крутяк. А я брать? Да. Ой, тут лесом пахнет. Хорошее место, да? Да. Тут пахнет вкусно. Ну вот сходи в лес. Ага, нет, там медведи. Нету там медведей, Миланочка. Классный лес, да? А как тут развернуться? Туда-обратно, туда-обратно. И разворот будет. Ага.